И что это мне сегодня кушать? Будешь ждать? Ну какая у Димы каша? Не знаю. Горячая. Да? Плохо долго. Вкусно? Вкусно. У нас сегодня на ужин называется сибирская каша. Ну или не знаю, может как-то по-другому назвать. Это чисто я назвала. Готовила мультиварочка наша любимая. Так это выглядит внутри. Фарш у меня полосы. Кого? Фарш. Фарш? Курица там. Ну вот ты сейчас даешь вот это, а потом тебе мясо дам. А тут сейчас мясо слопаешь и наешься. Ну и, конечно, тушеные овощи. Да. Тут вот так классно выглядит. Курочка там, нож какой. Смотрите, какая красота. Смотрите, блин, я первый раз в жизни вообще... Что-то упало. Замечаю. Смотрите, как классно. Листочки, а на них сбоку... Вот, сейчас. Сбоку падает солнышко. Смотрите, какие они. Они чуть-чуть с той стороны золотистые. Вот с той стороны, вот оттуда солнышко, они чуть-чуть золотистые. Как там офигенно. Красота какая. Какие они золотые. Вот тут вот, смотрите. Класс. Вообще так шикарно выглядит. Жалко, экранчик маленький. Кругообзор не такой, как у нас в глазах. Она такая оранжевая, золотая такая смотрится. Солнышко. Вылезти побольше. Вон, смотрите. Какое там дерево шикарное, золотое. Офигеть, вообще. Вообще офигенно. Класс. Золотая, осень золотая. Ура, 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 ура. Смотрите, у меня постила получилась наконец-то. В прошлый раз мы с вами ее делали. Я посмотрела сначала ролик. Женщина сказала, что поставить там чуть ли не на сколько-то там 70 градусов и типа забыть, и все будет супер. Она у меня просто сгорела. Сгорела, просто присохла. Тут смотрите, она еще горяченькая, как она отделяется, классно. Прям вообще. Но она прям получилась очень-очень тонкой. Все-таки я взяла где-то вот таких, наверное, яблочек. Это яблочное 6 штук. Это, блин, там лежит 6 штук, но этого оказалось мало. Все-таки она как-то у меня легла. Там здесь вот побольше, тут поменьше чуть-чуть. Вот как-то непонятно. Вот. Это, блин. Какая. Все такая влажненькая. Тут. Офигенно. Слушайте, я не думала, что у меня получится. Она прям прозрачная такая. Сейчас я ее буду пробовать. Здесь, кстати, мы готовили. Блины получились у меня в этот раз такие пухлые. Такие вообще прям классные. Грибочки получились. Типа как шашлычка вот такие. Вот. Вообще прям обалденные, бесподобные. Они, главное, сморщились. Я думала, ну все, думаю, наверное, высохли. Первый раз делаю. А они, представляете, висят. Вот тут вот оно, ну, как бы суховато. А вон там вот внизу, как бы капелька у нас вниз съезжает, они сочные, представляете? Обалденно вкусные. Кусочек отрезала, одну уже ем, другую прям закрутила, смотрите. Обалденно вкусно, прям яблочное ощущение, как будто туда добавили какой-то, как колбаса вы делаете, да, там вкус колбасы добавляется, и супер, там вкус мяса, там как будто тоже вкус яблока добавили. Ну, прям обалденно жуется так хорошо. Ну, неплохо так. Сладенькая. Класс. Смотрите, что это тут лежит. Какая подозрительная груша. Это свекровь моя купила. Знаете, вот честно, никогда в жизни не видела груши такого формата. Это вот маленькая, другая чуточку больше, но она точно такая же, только чуть-чуть побольше. Как-то прям, я не знаю, странная. Она, кстати, такая липкая, как будто в клею измазана. И вот как-то руки после нее.
жестковатая. Сейчас попробуем. Обычно, кстати, я всегда так груши режу. Опа. Ну-ка. Мягкая, кстати. И сочная. Вот видите? Видно. Напишите в комментариях, кто знает, как эта груша называется. Какая-нибудь, наверное, сиамскообразная грушенция в ночной ночи.